Приветствую, уважаемые подписчики. Сегодня решил я сделать такое разговорное видео, записать, зайти куда-нибудь подальше, забраться повыше, чтобы покрасивее виды захватить. Вот, но оказалось, дорога не такой легкой. И хотя изначально не планировал ничего записывать, никакую дорогу, ничего такого, просто хотел зайти и сделать видео и обратно вернуться домой. Вот, но около часа, наверное, уже иду по этой вот горной тропе. Немножко уже подустал и решил, что было веселее, так сказать. Запишу-ка я вот, как я иду. Тем более, я сам не знаю, честно говоря, куда я приду. По идее, это должна быть некая красивая точка, место обзора. Ну вот. Кстати, только сейчас заметил. Как же изменились все-таки путешествия за последние 20 лет? С развитием технологий, фотокамер, видеокамер и так далее. Сейчас каждый раз, когда едешь куда-нибудь, ты уже не представляешь путешествия без всего этого цифрового, без цифровых воспоминаний, которые должны остаться. Именно должны. Если человек, если, допустим, вы забыли камеру в путешествии, то почти наверняка для вас путешествие будет не то чтобы провальным, но уже без тех ощущений. То есть будто бы что-то не так, будто бы что-то очень важное забыли. Но на самом деле это же совсем не важно. А, это мы-то с вами вышли прямо под линию электропередач. Интересно, однако. Хотя до этого я шел просто по тропе. Ну что ж. Окей. Посмотрим, что будет дальше. Но прикол в том, что мы не можем избавиться, например. Ну, я сужу, конечно, по себе, есть разные люди, но я думаю, наше, мое поколение, нам сложно сейчас просто воспринимать даже путешествия, какие-то эмоции без фото и видеокамер. То есть, если мы идем куда-то или куда-то едем, то если, допустим, там запрещена видеосъемка, бывают такие объекты, то будто бы кажется, что и нет смысла туда ехать. Зачем ехать и не фотографировать? Вы не находите это интересным? Ну, вы знаете, друзья, немножко я огорчен, потому что, как оказалось, это конец тропы. То есть вот это все, тропа завершается здесь, прямо на этой вышке. Странно. Я ожидал немножко другого. Но это еще не конец пути. Потому что была еще одна другая тропа, которая ведет в другое место. Может быть, стоит попытаться пойти по ней. Вот, и сейчас я задаюсь таким вопросом, как же все-таки, как избавиться от этого чувства, от этих ненужных фотоснимков, видеозаписей, просто, вот даже просто прийти помедитировать, без ничего, просто прийти, сесть, посидеть, отдохнуть, это же прекрасно, посмотрите. Все, друзья, вернулся я на дорогу и пойдем дальше в поисках новых вершин, новых видов. Да, как вы поняли, сейчас нахожусь я не в Беларуси. Сейчас я в отпуске в Турции со своей семьей. А тем временем
еще одна тропинка меня завела немножко не туда. Завела, идет она вниз, поэтому сейчас я возвращаюсь немножечко назад. И остается у нас, остается последний шанс. Если эта тропа приведет в никуда, значит сегодня не мой день. Вторая мысль, которая есть у меня, раз уж мы снимаем, раз уж уже без фотокамеры, видеокамер никуда. Вот интересный такой момент по поводу видеосъемок в новых местах, абсолютно новых. Вот, например, буду на своем примере говорить, что вот приехал я, допустим, в Турцию, вот и какие-то новые места. Конечно же, планировал что-то снимать, но сюжет, например, я не мог писать. Может быть, не хотел, а может быть, потому что... Как написать сюжет, если я не знаю, что я буду чувствовать в тот или иной момент? И, в принципе, в каких конкретно местах, какие локации будут передо мной, это тоже не совсем понятно. Ну, конечно, стараюсь что-то снимать здесь, несмотря ни на что. И ближайшие видео на канале будут, конечно же, о местах из Турции. А вот это уже интересно. Тут, похоже, был какой-то обвал. Как же мне пройти этот участок пути? Вниз дороги нет. Прямо, может быть, нахоженная тропка какая-то и будет. Если сейчас упадет глыба какая-то мне на голову, ну что ж, так тому и быть. Значит, будет мое последнее видео. Прошел все-таки успешно этот участок, ничего на меня не упало. Идем дальше. Тут прямо дерево упало на провода и лежит вот. Проходим под ним. Но это вот никакая не достопримечательность, это просто отель в Турции. Ну, похоже, и завершается моя прогулка, потому что впереди я вижу уже спуск к дороге, стоянку автомобилей. Не нашел я ту вершину, на которую хотел подняться, к сожалению. Жалко, но ничего. В принципе, красивые виды мы с вами тоже получили. Все, всем пока, до новых встреч.